Всем приветик! Как же чудесно жарким днем выбраться на природу. Как чудесно. Ой. К нам приезжала, сейчас я вам расскажу, переверну камеру на себя и вам расскажу. У нас хорошие, просто замечательные новости для вас. Шишечки. Мои хорошие, мои дорогие, всем привет! Всем приветик! Всем добрый день, добрый вечер, доброго времени суток! Я в новой блузке. В новой блузочке, можете заценить, белая блузка, такая летняя, отличная. У нас такая жара, жарень просто невыносима. Я сегодня под вентилятором сидела, 5 часов я отработала, сейчас вышли, за ноутбуком сидела. Ноутбук работает, так что кто пишет комментарии, я его немного наладила. Пока работать можно, я себе присмотрю другой ноутбук, более покачественный. Солнце вышло. У нас, конечно, жаринда такая стоит, что ужас. Апрель месяц. Можно сказать, начало апреля очень жаркий. 26 градусов сегодня. Мы после обеда, после 3, сейчас решили на пляж сходить. Стасик целый день дома просидел, пролежал точнее. Говорит, надо выбраться, пока погода позволяет, надо на природу. Надо к водоему. Я тоже планирую сегодня ноги помочить. Думаю, вода согрелась, за первую половину дня согрелась вода, и сейчас она тепленькая будет. Посмотрю. Утром голову помыла. Каждое утро мою голову. Кстати, огромное-огромное спасибо зрительнице канала, подписчице нашей, которая состоит в телеграм-канале «Волчица». У меня есть телеграм-группа. Она мне скинула шампуни, которые в ДМ можно купить, магазин ДМ, можно купить от жирного волоса. У меня волос жирнеет. Кстати, я заметила, когда я готовлю, у меня тогда сильно волос жирный становится. Это возможно от того, что масла, вот это все испарение, вытяжки нету, нормальной вытяжки нету. И возможно от этого волос жирный становится. Копоть, гарь. Такое. Мы сейчас на озеро опять идем. Вчера мы вам показывали. Если что-нибудь интересное будет, я сосниму. Люди активно не смотрят природу. Я вам показываю, пишут в комментариях, что я вам не снимаю именно леса. Потому что я люблю выходной день, когда время есть, выбраться на природу, подышать чистым, свежим воздухом. А что в Берлине, что в городе делать? В городе свежего воздуха нет. Не знаю, по центру гулять, дышать асфальтом. Желания нет. И что там зимой можно как-то погулять по центру? На канале есть видео, можете посмотреть. И перед Новым годом мы много в центре гуляли. Много видео было. И в январе месяце. Вчера вечером к нам пришла хозяйка квартиры. Я думала, она живет под Берлином. Она, оказывается, в Швейцарии живет. Она сама живет в Швейцарии. У нее под Берлином недвижимость имеется. И наша квартира, которую она нам в аренду сдает. Она, короче, приехала вчера, посетила нас, проверила стиральную машинку, которая испортилась, автомат, который ей принадлежит. Она сказала, она от нее отказалась, принесла новый список, опись, инвентаризацию квартиры без стиральной машинки уже. Старую она вычеркнула со старой инвентаризации. Там один контракт у нее находится и один у меня. Два контракта. Короче, вычеркнула из своего контракта, из моего стиральную машинку вычеркнула. Сказала, что в
течение 2 недель она кого-то найдет, чтобы приехали и собрали эту поломанную стиральную машинку, и вы можете покупать новую. Я даю разрешение, то, что эту машинку вывезут с квартиры, место освободится для новой. Я вот думаю купить новую машинку. У меня эту малютку я купила, она очень-очень спасает. Но все равно, вот, например, верхнюю одежду крупногабаритную, там пальто, куртку зимнюю, не постирать в маленькой машинке, малюточке. Так, трусеночки, лифчики, кофточки, блусочки там хорошо постирать. А вот постельное белье крупное, верхнюю одежду, конечно, надо автомат. Я вот в замешательстве, какую лучше купить. Напишите в комментариях, посоветуйте. Я лично пришла к выводу тому, что я, если буду покупать стиральную машину автомат, куплю горение фирму. Напишите в комментариях, какое бы вы посоветовали. Адекватно напишите, дайте совет. Я смотрела и на Отто, и на других сайтах. Мне горение по дизайну очень нравится. И мне кажется, немецкая, ну, европейская фирма горение, если в Европе покупать что-то, то фирма горение самая оптимальная. Самая оптимальная должна быть. Другим фирмам, честно, не доверяю. У нас вот это, что сгорела машинка, это фирма Siemens. Siemens неплохая фирма. Стасик, потом сюда. Siemens неплохая фирма, но долго не прослушала. Она, хозяйка, сама сказала, что да, вашей вины нет. Машинка, конечно, уже срок службы имеет. И до нас люди, которые жили в этой квартире, они ею же и пользовались. Она говорит, я новую машинку покупать не буду, потому что если вы захотите съехать, то заселиться в квартиру сами купят. Я ей сказала, окей, я согласна сама себе купить машинку, мне, в принципе, не нужна ваша. Я ее куплю, буду уезжать, или продам, или же с собой соберу, посмотрим. Хотя у меня дома есть машинка, но неизвестно, что там будет. Неизвестно. Машинка лишней не бывает. Причем, кстати, я хочу сказать, когда мы будем отсюда уезжать, вот много пишут комментариев. У меня есть люди, которые, машины летят, которые согласны, когда все закончится, когда будет мир, нас прямо у них фургончик, достаточно объемный фургон, они нас готовы собрать, вещи сложить и спокойно домой увезти меня, маму и Стаса. Посмотрим. Мы вам, конечно, снимем. Конечно, видео будет, как мы будем домой добираться. Вы это увидите, кто на канале, вы это увидите. Особо что вам показывать? Я люблю на природе гулять. Вот вам показываю, как я гуляю. Красиво. Сейчас такой период времени года, когда тепло, когда надо куда-то выбираться. Это окраина Берлина, это не центр Берлина. Нам добираться минут 30-45, вот так примерно. Эспан хорошо ходит сегодня. Добрались нормально. Сейчас погуляем, подышим воздухом, покупаемся. Может, вам что-нибудь интересное сниму. Что-нибудь интересное. Пока отошла, честно, спрела. Спрела, как сука. Домой приду, сразу в душ. Холодный душ, горячую воду много не накручиваю, потому что я душ, что зимой, что летом, я принимаю прохладный душ. Так что вот так. Голову мою. Я душ, кстати, могу 2 раза в день принимать, но голову не мою. У меня есть шапочка, я волосы не мочу лишний раз. Если голова чистая, то смысла нет ее мыть. Так что вот так. Всем хочется пожелать хорошего начала недели. Сегодня понедельник. Всем добра, мира, любви, позитива, хорошего настроения, теплой погодки и всего, не знаю, наилучшего. Еще раз вот такая кофточка, я ею довольная. Сейчас покажу вам. Красивая кофточка. Ну как красивый, дизайн красивый, ткань такая хорошая, она летняя, освежающая. Так что вот так.
Все, отключаюсь. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. И обязательно ставьте лайки. Всех люблю, всех целую. Мои хорошие, всем пока-пока.